Так, ну что, пришли шины, сейчас надо их посмотреть. А главное, чтобы были хотя бы конец 2020 года, не старше. Так, ну что, резину я забрал. Покажу вкратце, вот колесо одно, здесь лежит, три в багажнике. Как бы, блин, ну я не знаю, кто говорит, что она стрёмная. Блин, ребят, ну реально заблуждаетесь. Ну прям серьезно. Я уже катал на такой резине, кто не знает, на прошлом моем рапиде, так что... Ну что, братцы, наступил уже следующий день. Камеру я, как обычно, забыл, так что снимаем на телефон. В общем, пришла резина Viatti Brina Nordica V522. Сразу скажу, что это будет не полное видео, потому что хочется более развернуто вам все дать, и будет еще один видос. Но сразу скажу, что летняя Viatti и летняя Кама просто полное дерьмо. Не покупать летнюю резину ни в коем случае. Но Viatti зимняя, в частности, вот эта резина, она очень кайфовая. Вот просто посмотрите, насколько она мягкая. Все вот это шип обычный, да. Шип обычно, с этим я не спорю, тут как бы все простенько, все аккуратненько, но исходя из опыта прошлой машины, которая ездила на этих шинах и прошла порядка 15 или 16 тысяч за зиму, 3500, из которых это была трасса, дорога от Москвы до Новосибирска, резина показала себя очень хорошо. В середине у нас получается такая вот липа, а посередине у нас вообще в шине 92 шипа, кто не знает. Вот, все это дело так выглядит. Резина, причем у нас свежая. Вот здесь вот будет видно. 13 неделя 2021 года. Итак, все три колеса. Естественно, уже стоят QR-коды. Короче, жопа с резиной началась. Резина очень сейчас дорого стоит на самом деле. Вот, кстати, боковина у нее тоже мягенькая. Ладно, перемещаемся в другое место. Ну, кстати говоря, шины я взял 205-55-16. Тот же размер, что и стоит на летних колесах. Посмотрим вообще, влезет ли в арку. Но я думаю, что влезет. По крайней мере, все ребята, у кого я спрашивал, говорят, что должна влезть. Потому что у меня машина на занижении, кто не помнит. Минус 30. Вот. Резина сейчас становится очень дорогой. Из-за того, что ввели вот эти QR-коды, вот эти вся вот шляпа вот эта. Уф, какая злая точила. Прям чистый такой дрифт, дрифт-мобиль. Короче, парни, успел я купить резину за 3820 рублей. Сейчас, на минуточку, Viatti стоит уже 4000, там, 300 или 4... Какой 4300? 4800 сейчас стоит Viatti уже. И это просто жесть. Кардиант уже стоит под 5000 за колесо в размере 205-55-16. И, судя по всему, это еще начало конца, так скажем. Мало того, что сейчас тачки стоят очень дорого, так еще и взяли, сделали вот эти всякие кодики, эти штрихи для шин. В общем, если у тебя сейчас нету зимних шин, то я бы на твоем месте купил их уже прямо вот сейчас, после просмотра этого ролика. Иначе потом будет просто жесть. И то же самое с летними шинами. Я планирую вообще там после Нового года уже начать поиск шин, которые мне подойдут на машину. После Нового года летних шин именно, и буду их покупать. В 2020 году в январе месяце я покупал на предыдущего своего рапида шины, тоже Viatti Brina Nordica V522 в размере 195-60-15. И комплект мне тогда вышел в 10 тысяч, то ли 600, то ли 700 рублей. Вот. Насколько я помню, тогда размер 205-55-16 стоил порядка 12 тысяч рублей. Как вам такое, ребят? И это, я еще раз повторюсь, только начало того, что шины будут скоро дороже стоить, чем было даже вот сейчас. Кто бы мог подумать, что какая-то Viatti отечественная, та же самая Кама, будет стоить по 5000 рублей за колесо. Логически ты, конечно, задашь вопрос, типа, да Viatti, это же полное говно, все, что делается в России, говно. Ну тогда не заливай масло Лукойл себе в двигатель и не заливай бензин Лукойл, газпромовский бензин себе тоже не заливай в двигатель, в бак. Вот. Я ездил на этой резине, я знаю, о чем я говорю, я знаю, на что способна эта резина. Много отзывов и хороших, и плохих на эту резину, но вот как-то так. А почему я не выбрал липучку от Viatti? Я тебе скажу так, все-таки очкую я ездить на липучке, ну не знаю, ну блин, не понимаю я липу все-таки. А почему выбрал именно эту шину? Потому что там 92 шипа, и это и не липучка, и не шип, что-то такое, знаешь, типа среднее.
между липучкой и шипом. Она не так гудит. Все комментарии, которые написаны в интернете о том, что она гудит очень сильно, это все брехня. Она априори не может гудеть шипами так сильно, потому что их там очень мало. 92 шипа, понимаешь? 92. Плюс ко всему она мягкая. У меня есть на канале ролики по этой резине с прошлой машины еще. Где-нибудь в описании кину ссылки, короче, и где-нибудь подсказки сейчас вылезу на эти ролики. 2 или 3 ролика у меня по этим шинам, именно по эксплуатации. Не попробовал, не говори. А кто сейчас напишет, что это продажный ролик, и что Viatti мне прислали эти шины, и что я, блин, продался Viatti? Честно скажу, я им писал. Я писал Viatti на протяжении всего лета. Я писал Viatti на протяжении всего августа, можно сказать, августа. Это уже осенний месяц. Но ни ответа, ни привета от Viatti не было. Привет, Viatti. Кстати, этот обзор шин этих, эксплуатации этих шин на именно турбовой машине будет так же, как и предыдущие обзоры, непосредственно непродажным и, значит, полностью открытым, полностью... Короче, ты увидишь всю правду об этой резине. Мы ее будем переобувать. В прошлый раз я покупал в Black Tires, в этот раз купил в Интершине. Интеррус шина, кажется, называется тогда, потому что там было дешевле всего. Вот. И шиномонтаж в этот раз у меня будет не от компании, продавшей мне шины. Будет шиномонтаж в другом месте, и я обязательно включу это в ролик, когда я буду переобувать уже тачку. Или, может быть, вообще отдельный ролик по этому сделаю. Как она отбалансировалась, кривая, не кривая, но по виду она, блин, ну, все ровно должно быть, короче. Но опять же повторюсь, что летняя резина, что от Viatti, что от Камы, полное фуфло, дубовое, неуправляющееся, ни на мокром, ни на сухом асфальте дерьмо, которое покупать не стоит вообще никак. Я ездил и на Viatti Brini, на Viatti Асимметрика этой, и ездил на Каме 129, что то полное дерьмо. Вот у меня тут слов других нету. Почему у них именно зимняя резина хорошо выходит, мне тоже непонятно. Очень непонятно. Но даже в Москве зимой я стал встречать очень много автомобилей именно на Viatti. И кроссоверы. Кстати, кроссоверы — это отдельная речь. Вот практически все кроссоверы возрастные, да, у которых уже, наверное, третий или второй владелец, они почему-то все одеваются в Viatti. Вот это тоже мне очень интересно. Почему не стал брать кардиан? Потому что изначально, насколько я помню, весь кардиан сливал воздух через шипы. А этого очень сильно не хочется, чтобы такая ситуация происходила, когда ты утром приходишь к тачке, у тебя просто все колеса спущены. Причем при этом они все будут целые. Вышла у них и модель Snowcross 2, но направленный рисунок. Кстати, резина, которую я купил, она асимметричная. Да, она, может быть, не будет сильно грести в снегу, потому что это не елочка, не направленная шина. Но по асфальту, так как в Москве, я надеюсь, будет не очень снежная зима в этом году, она будет гораздо тише, чем направленная резина.